смотрящих, всем здорово. И сегодня будут итоги, микро такой разбор по ГВГ Домингос Хосе. Что еще было? И ГВГ опять же, не устану это говорить, опять было самое интересное на сервере. Хочется сказать то, что, во-первых, реферальная ссылочка на сервачок в описании. Кто хочет залететь, может быть тем, кто хочет поиграть. У нас, в принципе, есть чары, на которых можно вас посадить. Вот, так что можете написать в Телеграм, я, возможно, что-нибудь для вас найду. Очевидно, если вы не фулл рандом челик. Очевидно, рандомом я вообще никакого аккаунта, ну, на постоянную игру не дам. Итак, что хочется сказать, во-первых. Не зря я открыл вкладку персонаж. На самом ГВГ меня ебашили так, что, ну, это просто пиздец. То есть мы уже почти вторую неделю как бы ничего не фармим особо. Стоим АФК. Ходим чисто на ивентики, на РБшечки. Ничего особо не фармим. И меня заставили скинуться в кон, потому что, блядь, ну... Ну, во-первых, немного кто играет. Во-вторых, ну, уже даже этого шмота немного не хватает. Нужен круг хотя бы 7-й, 8-й. Нужна какая-то уже, не знаю, ПЗ-пуха для дыхабельности. То есть, ну, в целом поднять как-то немного круг, гравировки. Потому что, бля, ну там просто пизда. Либо же это из-за того, то, что их было сколько, на почти 20 человек больше. И это ощущалось настолько, что, блядь, ну я просто перекинулся в кон. Вот для прикола. По мне нанесли 1 000 000 урона, нахуй. Это, ну, довольно-таки дохуя. Вот, и заставили, короче, скинуться в кончик меня. Вот, и плюс-минус было подыхабельнее, но урона было в разы от этого меньше. Но я хотя бы немного жил. Вот, сейчас мы пойдем посмотрим, что было вообще в развязочке. Было в развязочке, плюс-минус посмотрим. Потому что, ну, развязка была самая интересная, очевидно. Последние 10 минут ГВГ, у них голый чип, у нас осталась одна башня и чип. И, блять, как будто, ну, мы могли выиграть. Мы могли выиграть, но, очевидно, не хватило тех же челиков. Потому что, когда мы уже встали на чип, 50 сколько там, 58 человек против 76, 75, блядь, ну, тяжело. Оказалось, еще и шмот, блядь, послабже будет. Тяжело, типа, против такого количества людей простоять и, типа, чтобы наши каты не отвязали. Да, мы вот последний раз пошли на их чип, и по итогу, конечно, сколько там у них на чипе осталось? 600 тысяч. 400к мы им снесли где-то там на чипе. Вот, и наши каты отвязали, и ГВГ закончилось. В общем, давайте поехали к видеозаписи со стрима, посмотрим, что вообще было в конце ГВГ. Так, будем мы в таком лайв-режиме все это мотать. Вот, остается где-то, давайте, за 15 минут до ГВГ. Вот, мы вылетаем, короче, с нашими катами. Как видно, вот наши каты бегут. Нужно, конечно, чтобы более по координированию было, чтобы бежали впереди кат. Но это мы потихонечку фиксим. Это пофиксить тяжело. Это уже личный скилл самих игроков. Это должны сами люди понимать. Пейлы, очевидно, кричат. Но вот те, кто посмотрит это видео, вы должны сами понимать. Вы должны бежать впереди кат. То есть, когда мы идем в full rush, вы должны бежать впереди кат, расчищать путь. Вот. Вот, поехали. Впрочем, бежим впереди кат. Наверное, давайте x2 поставим, чтобы было чуть поиграбельнее. Вот, остается 15 минут до ГВГ. Мы эту, кстати, ситуацию обсуждали. Остается 15 минут до ГВГ. У нас стоит одна башня и стоит чип. Так как их, как его, я не понимаю, почему они так сделали, но мы это обсуждали, да, это часто говорилось, то, что там пейлы, типа, вообще, у них мало опыта, очень координация слабенькая, но это конкретно на прошлых ГВГ, как его, наши ребята там выводы сделали, когда на подсад ходили. Кого-то там пейл там вообще типа 3 раза, блять, за ГВГ там что-то сказал всего лишь. Ну, короче, на вот это делали акцент. И если бы, конечно, они отправили уже, не знаю, хотя бы там 2 пачки, блять, с атакой, нам было пиздец тяжело. Хотя бы 2 пачки они с катами отправили, было пиздец. Вот, я принимаю решение то, что мы идем, очевидно, убивать их каты, потому что, ну, нас там встретит, блядь, фулл клан, нахуй. А мы по совсем пенис огромный. А нам просто челы снесут, нахуй, все. Вот, кстати,
Те, кто со мной вчера спорили, давайте тоже потом. Вот сейчас посмотрим этот фрагмент и посмотрим конкретно, потом его обсудим в ТС. И вот, короче, мы встречаем их каты, потихонечку дотягиваются люди, у них тут просто пати-кат. Все. Просто пати-кат, промотаем, мы потихоньку вот встречаем их, что я объяснял. Мы вот начинаем встречать их с А, и где-то на подходе к вот к нашему замку они уже сильно растягиваются и плюс-минус получают пизды. Вот они заходят, вот у нас стоит та самая вышка и чип. Вот, наши каты уже отвязали, что я и говорил. Наши каты уже отвязали, хотя я колил то, что только пати дефа и пати воздуха. Вот, и возможно пати еще одна атаки, да, то есть у нас две пати атаки шло с катами, но этого не хватало. Я говорю, у нас в появке было не очень много людей, 58 человек, где-то так. Вот, и очевидно мы делали упор на пати дефа, потому что, ну, блять, если бы не было этой пати дефа, мы бы вообще проебали. Потому что тут у нас плюс-минус заряженные челы были, ну, с какой-то точкой, блять, на марайке, так скажем. Вот, 20 пас, кстати, ни у кого в плане так и не выбилось. Только после вот ГВГшки у нас маг 20 пас крафтил. Красавчик. Вот, и как вы видите, наши каты отвязали, пока мы до сюда добежали. И очевидно, мы тут их сейчас встретим, блядь, и жестко фахнем. Вот, если бы мы пошли фулл раш, ну, нас бы также отвязали. Потому что там стоит фулл клан, как бы, и... А что мы сделаем? Сколько там, блядь? 58 человек против 75. Что мы сделаем, блядь? Нас переедут нахуй также. Потому что, ну, поначалу ГВГ, те, кто сидели на стриме и вообще что-то смотрели, видели то, что, блядь, нам очень тяжело против эгира и количества вообще что-либо сделать. Мы вообще, ну, никто не ожидал, что челы высрут хотя бы больше 60 людей. Вот. Ну и, короче, мы их тут отвязываем. Что у нас по башне? Вон, кстати, башня, половина хп у башенки останется. Это где-то 12 уже минут будет, да? У них чип уже голый. У них чип в это время уже голый. Что хочется сказать, вот отдельный респект. То, что мы таким количеством, в таком шмоте, ну, блять, прям очень хорошо отыграли. В плане того, то, что у нас там преимущество по вышкам, по чипу. Это очевидно тактика плюс ПЛы. Вот. Ну и вот все, их клан залетает. Как бы мы каты их уже отвязали, как бы челы поздно залетели. И как бы уже фул похуй. Вот, и очевидно, тут вот мы масим, наши каты уже потихоньку сейчас будут ебывать, они пытаются оббегать, вот Плаулер, бедняга, оббегает, правильно делает, вот, Плаулер с нами пойдет дальше играть, и, скорее всего, за танка, я надеюсь, нужно, чтобы он, чтобы челики, блядь, его слушали, и вообще слушали, под антистаночкой, блядь, пробежали нахуй, не, блядь, по вот этой центральной, а сбоку, блядь, чикс, оббежали. Вот, ну и короче, мы их сейчас отсюда отвяжем, плюс челы будут бэкаться отсюда, наши каты уже выходят по центру. Выходят, мы их отвязываем. Вот, и все, челики кайтят, остается у нас сколько до конца ГВГ? 9 минут. Остается 9 минут, и я также, вот это, наверное, предпоследняя, да, атака, вот предпоследняя. И 109 минут я также решаю сделать так же, отвязать их каты. Вот, кстати, опытные челики тоже можем с вами в телеграм-канале, где-нибудь там в комментах, мы бы, я не знаю, порассуждать, как было правильнее сделать. Потому что мне говорили, нужно было идти фулл раш и нахуй заканчивать. А я говорю то, что какой нахуй фулл раш, их там, блядь, почти 80, нас, блядь, почти 60. Типа, ну какой нахуй фулл раш, нас просто, блядь, выебут в жопу там. Вот, и я типа принимал такое вот решение, то что мы опять летим, они опять без атаки, чисто соло-каты бегут, и мы их отвязываем. Я еще раз говорю, если бы тут была атака их, я не знаю, ну, блядь, пачки две нахуй, мы бы пососали пенис тут, я честно скажу. Ну, было бы тяжело, каты бы доехали, то есть мы бы каты не отвязали прям так на изи. Вот, а я думаю, вряд ли бы они наших не отвязали, потому что у нас там в пати атаки все плохо было на этом ГВГ. Явка была небольшая. Вот, мы, они опять доходят до башни, мы их отвязываем очень тут быстро, по-моему. Вот они башню на 40% снесли, да, все. Каты отвязаны фулл. И опять вылетаем встречать наши каты. Наши каты вроде бы... А хуй знает, где наши каты сейчас. Скорее всего, еще в замке, значит, если мы тут пиздимся. Да, мы расчищаем потихонечку путь. Деремся. Остается 4 минуты до ГВГ. Да. Все, да. Это та самая, по-моему.
Я колю в биндах, это последний был заход наш. Вот предпоследний я показал, можем потом его обсудить. Последний заход. Наши карты, вот, кстати, видно на карте, основная часть клана сзади. В принципе, ну, плюс-минус адекватно, она идет рядом с картами, но нужно чуть-чуть подальше. Вот я там колю, типа, бежим за мной, вперед, вперед, вперед. Вот потихонечку, вот ВХР понимает, что куда. Вот, мы идем впереди, вот Лил Пип тоже на подсаде чар. Потихонечку идем, заливаем, я говорю, нахуй лейте, лейте. Я уже, так как набрался опыта в ГВГшке, заранее пулю то, что варку сейчас готовьтесь заливать. Готовьтесь заливать варку. Вот, кстати, Данте, вот он был с каты или нет? Вот мне потом потекат, скажите. Последний раз каты он был или без? Ну, значка каты нет, значит, подхват. Вот, и, короче, я уже сюда пулю, блядь, готовьтесь их заливать, потому что, ну, это дефолт, классик, ошибка. Челики встают не сюда, вот, куда-нибудь на вышке, там, не по бокам, куда-нибудь, а вот просто варку, нахуй. Я колю, нахуй, залейте туда, залейте. Если бы еще своевременно туда стан бы дали. Потихонечку пулим, пулим их. Все, это последняя атака, фулл раш, мы залетаем туда. И сейчас посмотрим на их чип. Меня еще трахнули тут, блять. Ну, короче, видите, это просто пиздарики. Вот урон просто неебический. Я в кон нахуй скинулся. У меня 10 тысяч хп на селфи, блять. По 3, блять, тысячи хуярит. Хуй знает, кто там столько бьет, честно. Короче, вот меня отвязали. И, соответственно, чё? Я вот подлетел. Вот у них чип. Вот, их тут весь клан. Нас отвязывают. Ну, тяжело, тяжело, я говорю, потому что, ну... количество людей, и очень тяжело встать и что-то сделать. Посмотрим на чип. Вот, 700к хп на чипе, кстати, да, не 600, как я говорил, а 700к хп на чипе. Соответственно, ну и все, минута до ГВГ, наши каты уже фулл отвязали. Я уже колю, чтоб тэпнулись. У нас, кстати, вышка, да, стояла еще. Вот стояла та самая вышка. Вот ее только что разбили. И на чипе у нас сколько там? Я покажу. На чипе у нас... А, ебать, 1.5 ляма! Ну, нихуя себе, у нас на чипе оказывается не 1.5 ляма, а вообще как его... Ой, точнее, не 600, как, а не лям, как я говорил, а почти 1.5 ляма, 400. У них 700, то есть у нас в 2 раза хп больше на чипе оказалось. Вот. Даже так, офигеть. Я думал, у нас где-то около 1 000 000 осталось на чипе. Вот, ну, по чипу, соответственно, и по каким-то, можно сказать, вышкам у нас преимущество. Но само ГВГ, как видите, сражен. Было, безусловно, очень интересное ГВГ. В принципе, вот я и хотел разобрать вот эти вот последние мувы, да. Как лучше было правильнее сделать. Мы могли пойти фулл раш, но, во-первых, я не хотел, чтобы нам снесли кристалл. Это первое, нахуй. Вот честно, не хотелось, чтобы сносили кристалл. Хотелось, вот если проиграть, то проиграть вот так вот. То, что у нас на чипе было больше хп, чем у них. Вот. Если бы мы пошли фулл раш, ну, мне кажется бы, блядь, да, у них было бы на чипе не 700к, как оставалось, ну, где-нибудь 200-300, может быть. Я думаю, мы бы точно вот в 2 захода не смогли бы их снести, нахуй. В принципе, по аналитике этого ГВГ все. Начало я не показывал, потому что ну, там был пиздец. Я говорю, если бы челы дальше так играли, я не понимаю, почему они так ушли в деф. Вообще, это пиздец какая ошибка, как наша ошибка с фатомами. Когда еще Масада говорил, вы могли закончить. Да, теперь я это очень сильно понимаю. Когда ты играешь с преимуществом, ты этого, возможно, не видишь. А когда против тебя играют с преимуществом, ты это видишь. Потому что челы, ну, могут просто пойти нахуй. Либо фулл раш, либо пару пачек, блядь, оставить в дефе и как бы закончить. Они пошли почему-то. Вот, кстати, 20 по макс сделал, красавчик. Могли пойти full def, ой, точнее, они пошли full def, и, соответственно, ну, какая-то, ну, хуйня full получилась. Вот, ну, они, в принципе, защищались, все логично, то есть, я, в принципе, также поступал, чтобы типа на верочку, да, но в теории они могли закончить еще очень давно. Честно, мы их 3 раза... Каты их отвязали, хотя уже они вот могли на первый раз, я думаю, донести почти фул нам. Вот, так что вот такое вот ГВГ получилось. Спасибо всем, кто пришел. И еще раз скажу то, что очевидно, самое интересное ГВГ на сервере у нас вот по факту. Наверное, было вот с юнисолами плюс-минус прикольное ГВГ. Но, возможно, какое-то ГВГ было и поинтереснее на сервере, да?
Второе было с фатумами, точно самое интересное на неделе. Третье с фатумами, точно самое интересное на неделе. И, очевидно, сейчас вот четвертое ГВГ тоже самое интересное на этой неделе. Вот, так что, что, ребятки, все. Всем пока. Обязательно подписывайтесь на каналчик, ставьте лайк. До новых встреч.